Доброе утро, дорогие друзья! С вами Сніданок на Йо Донбас, и я, шеф-повар студии Профифуд Зеткевич Влада, хочу сегодня с вами приготовить яблочные маффины с овсянкой. Для этого нам понадобится сливочное масло, овсянка, яблоки, яйца, корица, разрыхлитель, мука, сахар и мед. Для начала смешаем все сухие ингредиенты. Мука. Корица. Обязательно нужно просеять все ингредиенты для того, чтобы муку обогатить воздухом и разрыхлитель вошел в действие. Добавляем овсянку. Перемешиваем. С сухими ингредиентами мы закончили. Пока немножко отставим их и займемся второй частью нашего теста. Сухими ингредиентами мы окончили. Переходим ко второй части нашего теста. Нам понадобится сливочное масло, сахар и взбиваем с помощью миксера. Остановим взбивание и добавим яйцо. И продолжим взбивать. Осталось только добавить пару ложечек меда, еще раз взбить, и наша масса готова. Наша масляно-яичная смесь готова, мы ее тоже отставляем. Дальше мы переходим к яблоку. Можно его мелко порезать, но я воспользуюсь блендером для того, чтобы его измельчить. Рекомендую в этот десерт добавлять яблоко с кожурой, потому что в кожуре содержится очень много важных витаминов, и также это придаст немного цвета. Наше полученное измельченное яблоко мы добавляем в нашу масляную смесь, перемешиваем нашу основу и начинаем потихоньку добавлять сухие ингредиенты, обязательно сухое в жидкое. Если вам показалось, что ваша масса довольно жидкая, вы не переживайте, овсянка в себя впитает лишнюю влагу, муку лишнюю не нужно добавлять, потому что наше тесто перестанет быть воздушным и будет очень жестким. Наше тесто для маффинов готово. Теперь мы переходим к выпеканию. Предварительно разогретую духовку на 180 градусов. В дальнейшем будем формировать наши маффины и выпекать. Переходим к формированию наших маффинов. Сегодня я буду печь их в таких формочках для кексов. Выкладывать я буду специально фигурной ложкой для мороженого. Но если вдруг у вас нет такой ложки, можно заменить обычной. И начинаем раскладывать наше тесто. Очень важно вашей формы заполнить всего лишь на 2/3, так как мы добавляли разрыхлитель, наше тесто увеличится. Переставляем наши кексы на подготовленный противень. И отправляем выпекаться в течение 20 минут при температуре 180 градусов. А пока наши кексы пекутся, хотела бы рассказать о нашем завтраке. Это очень полезный и довольно интересный рецепт. Если вы вдруг не любите овсянку или ваши дети не хотят кушать, то эти маффины станут прекрасной альтернативой для вашего начала дня. Также хочу украсить наши маффины яблоком. Нарежу тонкими слайсами яблоко с кожурой. С яблоком мы закончили. Теперь проверим наши маффины.
Мы видим характерный карамельный цвет, значит, они готовы. Теперь переходим к сервировке. Также хочу украсить наши маффины кокосовой стружкой и полить медом. Друзья, наши маффины готовы. Я надеюсь, вам понравился этот легкий рецепт, а главное, что он полезный. С вами был Снеданок на Йо Донбасс и я, шеф-повар студии Профи Фуд Заткевич Лада. Давайте жить вкусно. До новых встреч!